Так, попробую еще разок снять видео, почему-то оборвалось первый раз. Это зарядка к телефонам, к планшетам Xiaomi. Вот модель MDI-08E0. И сразу в новом состоянии она уже оказалась сломанная. Так, сейчас вроде не прерывается зарядка. Вот здесь вот конденсатор сгорел или какая-то другая деталь сгорела и на него питание подало не то. Сделано, спаяно вроде аккуратно, но очень быстро сломалась зарядка. Да, фактически, как бы она попала уже в нерабочем виде. В магазине я не проверил зарядку, и зря. Надо проверять любой проводочек, любую зарядку. Такая зарядка, она вставляется по направляющим сюда и к штырькам, не припаивается, а на пружинных контактах замыкается. Так что обращайте внимание вот на такие зарядочки. Такая вот неприятная особенность. Может быть, сразу в новом виде сгоревший. Вот здесь вот видите след черный. Як зато прицепили значок типа стандарт российский, но он нафиг ничего не дающий. Можно починить, как я понимаю, какую-то детальку может поменять, но я не знаю, какую детальку менять. Так что придется, наверное, выкинуть эту зарядку. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления.